Вся Россия скорбит. Борис Моисеев находится при смерти. После двух инсультов частично парализованный Борис Моисеев живет в полном забвении. Говорят, от него отвернулись буквально все. И он сидит один в четырех стенах. Борис Моисеев давно не выступает, не дает интервью, не гастролирует и не записывает новых песен. Не секрет, что после двух перенесенных инсультов эксцентричный исполнитель частично парализован. У него не функционирует рука и верхняя губа. Очевидно, что артисту не до творчества. Звездный промоутер Сергей Лавров и вовсе убежден, что Борис Моисеев прозябает без известности, никому не нужный и всеми брошенный. Я понимаю, что это не тот Борис Моисеев, который выходил и то есть он одним щелчком взрывал зал, и вдруг это все пропало. И потихоньку-потихоньку начали отворачиваться люди, потихоньку начали отходить продюсеры, которые с ним работали, которые на нем зарабатывали, стали отходить промоутеры, стали отходить друзья, которые были с ним рядом, сказал Лавров в передаче «Ты не поверишь». Он отметил, что это очень страшно, когда все от тебя отворачиваются. Впрочем, рядом с 65-летним артистом постоянно находится его директор Сергей Коров. Он оказался одним из немногих, кто не бросил больного певца и поддерживает его по мере возможности. Сергей Лавров объяснил нежелание Бориса Моисеева идти на контакт с журналистами. Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек, заявил промоутер. В последнее время вокруг эпатажного исполнителя ходят разные слухи. Якобы его состояние оставляет желать лучшего, а финансы поют романсы, поэтому певец вынужден распродавать имущество. Лавров так прокомментировал эти данные. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 000 рублей. Он заслуженный артист России.